А чё, я должен сяпить, да? Почему все хотят сенсибилити? Не знаю, мне сенсибилити написал, что я, типа, парню что-то пизданул, что, типа, я там, короче, какой-то фейк инфу вбросил, и, типа, ему из-за этого пишут. Но... Да ладно, Марси поиграю опять. Сенсибилити, я не знаю, забанено только как от Вальф или нет, я не шарю за это. Но, блин, то, что он стрим снайпит, довольно часто, мне кажется, такое происходит. Ну, или стрим снайпил, по крайней мере. Не знаю, короче. Я не судья, наверное, потому что у каждого будет свое мнение на эту тему, но по ощущениям такое. Я вообще никогда в жизни никого не стрим снайпил. Мне вообще... Не то, что вкладывать не заниматься, да нахуя, я просто регу ММ, я не смотрю, кто там стримит, кто не стримит. Вон, за Уром играем и играем. Ничего. Просто меня на какую-то нарезку добавляют, контекста не знаю. Не помню, я где-то просто где... В районе нескольких месяцев назад говорили о том, что мне сказал в видосе. Я не знаю, правда это или нет, пруфов у меня нет. Я говорю то, что мне сказали. Но воспринимается это так, будто бы я это вбросил и без пруфов там. Хотя пруфы в интернетике это тоже такое. Что сказал-то? Да не хочу. Опять сейчас потом вырежут, ставят какую-нибудь нарезочку. Цитатку добавят куда-нибудь. Думаю, я заслужил этот килл. Вон Дескай. Один крип давай удал. It's okay. Ай. Кунка на утипе. Герой сказка, конечно, это Марси. Вообще, просто такая доминация на линии за счет этого. Не, в Сэме нет ее. Это слишком брокен герой для Сэма еще, ты что? Да. Не вышло. It's okay. Go again. Герой блеск вообще не правда ли? Чё тос не качаешь? Блю. Понял, вопросов не имею. Окей, ладно. Was unexpected, I'm sorry. Я все киллы у него забираю. Все фришные, все его киллы. Я должен ему оставить, а я их забираю. Хотя я не специально. Я реально думал, что он отменит атаку, типа я ударю, он этот. Я ждал. Да, герой вообще... Ну. Короче, наверное, с одной стороны, типа, хорошо, что такой герой в ММИ есть, но с другой пиздец, как против него мерзко играть. Хорош он тем, что ты можешь на нем ПТС вообще в любой игре, а потом любую линию выиграть, если тебя не закроют там 10 дизейблами, которые не дают тебе бить там, или два героя с блинками, или со стралами со старта, типа Некрофоса плюс один, там, не знаю. И что ты, типа, не можешь ничего сделать в свой стан. Давай-давай-давай. Corrosion, поехали.
Help! Да куда я пошел? Да я же, мне же страшно, я должен туда бежать. Туда, туда. Искай комиссию, да? Хорош. Что такой симпатичный? Потому что вчера подстригся. Ну, я еще не уложен. Но так. Вообще, да, секс, я бы сказал. It's hard to fight on the tombstone, guys. Four seconds, can we go more? Go more? Play bottom, guys. Okay, I got the blink now, can set up kills. Неужели бы ха сейчас мета через второй спал? Вроде как все сделали для шурикена. Да я просто так поинтересуюсь. Ну ты вроде эксперт там, у тебя иконка я... там. Я не играл на нем давным-давно. Год, наверное. Что-то сейф начал играть на нем с большим винрейтом, он через второй. Ну типа на линии прикольно. И сапов резать сейчас прикольно. Понял. Окей, okay. I have blink, we can kill. TP one, TP more, TP more. Урайт. Не прокликал. Йоген. Если мы Даркхилу убьем первый. Так я с блинком, я стою жду ребят вас. Куда только сбить? Граната нужна. Пожалуйста. Возьми на БХ эту нейтралку, если хочешь. Или я возьму. Ты можешь распушить бот на щеке. Блин, все килы спиздил. Что на линии, что здесь. Граната сбивает линку. Третья нейтралка не сбивает линку. Он две игры подряд пишет энт и играет сейчас еще, поэтому не верьте этому долбоебу. Я с уверен... Я только вчера юзал это. Так что не думаю, что за день что-то поменялось. У тебя спина не болит, просто долго сидеть за компом. Раньше болело. Но когда уже привык в позе зю сидеть вот в этой вот, я херово сижу, честно скажу, прям вообще. Иногда вот так откидываюсь, ну типа вот прилегаю спиной, иногда прям сижу вот так сосредоточен, я это даже не замечаю. Вот мне сказал, вот я опять. Почему такая раскачка? Какая должна быть? Типа, стан с левом скелится, поэтому я его беру, потому что у меня урс на линии, я пятерка. Не, второй никто не максит. Второй уже никто не максит. Даже с учетом его большого кулдауна, он нужен только для того, чтобы синициировать на линии. Или выйти из файта. Либо потом зайти в файт. И все. Ну что, я шарот беру, да? Вот эти дорогие игровые крестики, вообще нормально для здоровья, когда сидишь по 2-4 часа в сутки. Они просто удобные. Есть намного лучше офисные кресла с поддержкой... С беленьку С поддержкой спины там и прочего, будой вот этой вот всей. Они даже будут лучше и более физиологически правильные. С поддержкой поясницы там и так далее. Должен быть изгиб обязательно. Но... Не то чтобы вредно... В любом случае, сидячий образ жизни, это херово, нужно делать какие-то мини-перерывы. Они дорогие, потому что заполнили рынок, и на них есть спрос. Потому что все, типа, считают, что это круто сидеть за компом с крутым креслом. Поехала. Молчать мясо, блядь.
Чё, давно такой так не смеялся. Есть подушка для поддержки спины, но она такая неудобная. И для поддержки вот здесь, типа, в шее. Но вообще, я не могу сидеть с этой херней. Она прям вообще, ну, триггерит. А я не могу голову, у меня как-то голова в таком положении, в котором я никогда в жизни, наверное, ее бы не держал. Кресло с поддержкой дик. С моральной поддержкой. Ну, если вы сидите, смотрите. Кресло с моральной... Бля, да вы чё, ребят? Смотрите, объясняю. Вот вы сидите, играете в доту, вот так, сидя вот на кресле. А у вас на коленках, в ту сторону головой, сидит ваша девушка. И на вас сидит. Вот это моральная поддержка. И гладит вас по спине там, или где, он, или где надо, где попросите. Вот это. Записывайте, блядь. Что такое-то, нафиг? Можно иногда, когда умер, там, знаете, ну... Потому что герой был сбалансированный, блин. Для дебилов, как я. Согласны? Ну или как Лешак. Не, на Лешаке покупной пиздец. А если это девушка, а не ты, такое кресло и за даром не надо. Ты чё? Я осуждаю насилие над женщинами вообще. Всецело. Не одобряю это дело. Да и вообще насилие такое. Чем кого-то бить? Ну, хотя кулачные бои я смотрю. Так, кстати, анонс выпустили. Лизутин против этот... Кого-то там. Тарасова, что ли, будет? Интересно будет поржать над этим.